Даня! 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 Не стреляй! Может, он знает, где Даня? Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока, сиреноголовые! Точнее, прощайте! Вот так вам, сиреноголовые! Что такое? Ой, извини. Ребят, вот эта вся история с сиреноголовыми с нами уже длится очень-очень давно. И что-то мне подсказывает, что она так просто не закончится. А чтобы не пропустить новые истории, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одну серию. Ром, а Даня с тобой? В смысле? Я думал, он с тобой. Нет. Вообще, когда шар сработал, и все эти молнии, дым меня ослепило. Я ничего не видела, только искры в глазах. Та же история. Даня! 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 Данил! Даня! 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 Как же это все достало? Только не это! Что? Что еще случилось? Это же Данин кроссовок! Ну слушай, может это совпадение? Совпадение? Ну конечно! Тут же в лесу толпами бегают дети в таких же кроссовках, как у Дани! Прости, не подумал! Заметно! Ну что еще? Привидение или зомби? Я уже ничему не удивлюсь. Лучше б зомби. Готово? Не знаю. Почему он не нападает? Прекрасный вопрос. А тебе не кажется, что сейчас неподходящий момент для разговоров? Ну все, держись. Ну что? Мне кажется, он нас боится. Стой, где стоишь, мерзкая гуделка! Не стреляй! Может, он знает, где Даня? А вот это уже аргумент. Спокойно, спокойно. Я тебя не обижу. Что она делает? Я в шоке. Ты знаешь, где Даня? Естественно, он знает! Да, гуделка? Можно повежливее? Видишь, он нас боится! Упс! Извините, пожалуйста! Без комментариев! Так я же не специально! No comments! Да понял я, понял! А вот что говорит гуделка, я никак не пойму! Не называй его так! Ох! Извините, пожалуйста! Ой. Что случилось? Почему ты остался, а Даня пропал? Вот видишь, он пытается нам что-то сказать. Да? А главное, все понятно. Ты невыносим. Слушай, я, кажется, понял. Он просто издевается над нами. Ну прекрати, а! Не уверена, но по-моему он что-то пишет. Конечно. Не, ну что за бред, сиреноголовые не умеют писать и читать. Наверное. Он реально написал нам письмо. Прекрасно. Ничего не понятно. Каляки какие-то. С каллиграфией проблемы налицо. Точно, на земле как-то не очень все понятно. Ты думаешь, в этом проблема? Напиши, пожалуйста, еще раз. Вместо того, чтобы Даню искать, мы читаем сочинение от этой гуделки.
Ром, хватит бурчать. Смотри, это реально письмо. Ага, конечно. Ничего себе. Неужели поверил? Не может этого быть, и полгода не прошло. Но все равно же ничего не понятно. Нужно расшифровать. Слушай, давай поехали домой. В интернете точно что-то найдем. Ну, похоже, других вариантов нет. Опа, есть! Чуть не забыл это все забрать! Ну, идут? Чего? Ты заметила, что он идет за нами? Наверное, он хочет ехать с нами. Еще чего? Ну посмотри, он же безобидный. Нет. Что нет? Он с нами не поедет. В машину я его не возьму. И пешком не хочу, чтобы с нами шел. Я ему не доверяю. Ну, пожалуйста. Сначала расшифруем его коляки, а потом решим. Садись быстрее! Прости, тебе нужно остаться здесь, но мы вернемся! С чего начнем? Ищу что-то похожее на такие коляки, но ничего не нахожу. Слушай, может так и забить? Алфавит черноголовый. Твои шуточки вообще не вовремя. Слушай, ну а если это все отсканить и залить в интернет? Как думаешь, распознает, а? Ну, можно попробовать. Интересно, как там наш друг? А мне вот вообще не интересно. Ну, посмотрим. Так я и думал. Что там? Ничего, это просто абракадабра. Гуделка поиздевалась над нами. Смотри, вот что-то похожее. Давай попробуем расшифровать. Ну? Так, вот здесь М, Л, О, Р, А, Ш. Ой, мамочки, что-то такое непонятное получается. Господи, здесь язык сломать можно. Ну вот, что и требовалось доказать. Погоди, нет, мы наверняка что-то не так сделали. Да, мы связались с сиреноголовым. Как вообще можно было поверить ему? И вообще, Даня из-за этих гуделок исчез. Мне кажется, что я уже видела такие письма. Прекрасно. И где же? Вот, блин, я даже знаю где. Может, нужно расшифровать справа налево? Ну, или снизу вверх? Ну и уходи! Сама разберусь! Одевайся. Я, кажется, знаю, как это расшифровать. Шутишь? Не до шуток. Пойдем. По дороге все объясню. Ребята, нам очень нужна ваша помощь. Напишите в комментариях, верить сиреноголовому. Или все-таки Рома прав, и сиреноголовый просто над нами издевается. Держите за нас кулачки и ставьте лайки.